Всем привет! Сегодня у нас небольшое количество посылочек. Я так понимаю, здесь несколько посылок с Али и может еще из других магазинов. Ну, давайте посмотрим, что здесь. Видео будет коротеньким. Что-то по ссылке, особенно почта Азербайджана, отмечалось где-то с 21 ноября по 5 декабря. Много посылок отметилось на таможне, но почему-то они до сих пор ко мне не попадают. Итак, начнем мы, наверное, вот с этой посылки. Что у нас здесь? Так, неплохо. Это, скорее всего, Али. Они любят так делать. Вот. Да, это... Или не Али? Что это вообще такое? Давайте раскрывать, посмотрим. Для кого это мы заказали? В каком магазине? Не понять вообще. В общем, я поищу. Это машинка. Да, просто обычная маленькая машинка, скорее всего, заказана она была на Gearbest'е. Вот такая вот прозрачная, обычная. Давайте попробуем ее запустить. Оп, неплохо носится. Вот такая симпатичная машинка. Попробую найти где ссылку, где я ее брал, то есть в одной посылке, не знаю. В общем, не знаю, я где ее взял. Далее вот такая вот кисточка. Смысл этой кисточки в том, что мы набираем в нее воду. И далее рисуем, и кисточку поступает, все время смачивает вода. Не нужно ее макать. Вот такая вот кисточка, она сейчас твердая, то есть не размоченная. Крутится, сам стержень крутится, смотрите. Я не знаю, правильно это или нет. Как же она вынимается? А вот я ее немножко уже открыл. И я даже без понятия, как она открывается. Как в нее набирать воду. А, вот. Вот сюда мы набираем воду. Вот так одеваем. И имеем кисточку с водой. И потом рисуем уже. Просто достаточно макнуть в краску. Вот такая вот кисточка, сделана из пластика. Вот здесь push. С двух сторон написано push-push. То есть придавили немножко, вода пошла в стержень и кисточка смочилась. Отличная вещь. Покупали мы это для племянницы. Она сама выбрала, сама заказала. Вот. Умница. Вот такая вот интересная вот кисточка. Забыл колпачочек на нее одеть. Далее, стяжка Орико, это с Gearbest'а, уже одна пришла, синяя, в предыдущих обзорах можете посмотреть, синяя пришла, она отличная стяжечка, я брал синюю и черную, брал в одной покупке, но почему-то они разделили, то есть Gearbest почему-то разделил на две посылки, и отправили вначале синяя пришла, вот несколько дней назад, и сегодня вот пришла черненькая, лепятся они отлично вообще, и ну, прикольная вещь, можно даже делать, как браслет ее одевать, то есть, допустим, я ребенку одел, он доволен, бегал, вот так одели на руку, изнутри оно мягенькое, поэтому, ну, очень приятно для тела, и вот так вот нацепили ему колечком, сделали браслетик на руку, вот сейчас давайте попробую показать вам, вот так зацепил, обрезал, и у него такой вот красивый браслетик был. Зелененького, синенького цвета предыдущий. Вот, ну, а вообще это как бы стяжка для кабелей. Я потом, когда придет Xiaomi-шный сетевик, буду прикреплять за телевизор Xiaomi Box. И хочу там организовать провода, все как-то скооперировать их в одно место и сделать, чтобы это все выглядело поприятнее. И буду планирую такими вот стяжечками все свернуть. Ну, возможно, будет в следующих роликах, покажем. Так, давайте дальше. Дарт Вейдер. Дарт Вейдер тоже у нас с Gearbest'а. Вот такой брелок. Мы с ребенком как-то зашли в магазин Ева, есть у нас в Украине такой. И посмотрели, там есть разные пистолетики, дельфинчики, вот такие вот брелочки, которые светятся. Вот, тут у нас ничего не нажимается. Раз, или нажимается. А, вот. Это и выступает кнопочка. И ребенок как залип там. Вот. Ну, они стоят, если на доллар переводить, стоят по
получается, по 2, по 3 доллара стоят вот такие вот светильнички. Ну, поэтому я взял, по-моему, 99 центов минус поинты. Ну, в общем, где-то 70 центов получилось за фонарик. Я их несколько разных взял. Там еще черепашка-ниндзя идет. Еще из «Звездных войн» мастер Йода. То есть, ну, отличные брелочки. Как видите, качество хорошее. Вот, давайте откроем, попробуем его. Еще и со звуком. Светит неплохо, можно на ключи повесить. И отличный вот такой вот брелочек. Разные еще идут, мы все их посмотрим. Пока отключим батареечку, то есть защита батареечки, чтобы не было питания. То есть, вот, отлично, очень доволен, очень классный. И, может быть, еще закажу на подарки. И последнее, что у нас здесь в посылках, это вот от Xiaomi игрушка, вот это вот кубик. У меня есть черного цвета, я его обозревал, и некоторое время я даже, ну, как бы, я пользуюсь в основном кубиком Рубика для того, чтобы расслабляться. Но купил себе попробовать такой вот кубик черного цвета, обозревал его уже, и мне казалось, что он будет убийца спиннеров. Вот, но как-то он пока еще популярности не добрался, а вот этот нужно еще и собирать самому. Давайте попробуем. Вот, первую присоединили, вот, по инструкции, вот в такой позиции нужно складывать, вот. Все, я правильно собрал, просто нужно их лицом друг к другу вот так поставить было, поэтому так они у меня стояли, два цвета одинаковые, но по инструкции нужно вот так собрать, просто невнимательность. Вот эта вот палочка нужна для того, чтобы выталкивать, то есть если вы что-то неправильно собрали, вам нужно вытолкнуть вот и разобрать, то есть она для разборки нужна. Давайте дальше. Имеем два вот такие, да, то есть как они, вот так, и получается вот так. Все, все согласно инструкции. Смотрим дальше. Теперь нам нужно соединить. Вот. Запасных деталей нет. Все детали будут использованы, я так понимаю. Так что люблю такие конструкторы, конечно, но все готово. Имеем маленький кубик, который вечно можно складывать. И самое прикольное, что мы его собрали своими собственными руками. Вот так это все выглядит теперь. И в любой случай его можно в любой момент разобрать. Все грани прикольные, сделаны хорошо. Неплохую с Xiaomi сделала игрушку. Но она очень маленького размера. То есть она... Я сделаю либо фотографии, либо сделаю кусочек видео, как она выглядит с той, которую я покупал раньше, рядом, если взять. Вот. Но это прикольно, она такая, ну, классная, в том, что ты ее сам собираешь, во-первых, да, то есть, если ты ребенку ее подарил, там, помог ему собрать, или он сам собрал, то есть, ну, это круто. Я очень рад сегодняшним посылкам, и они хоть и маленькие, и такие очень все дешевые, да, копеечные, но всем как бы приобретением я очень доволен, и, ну, очень рад, что они сегодня именно приехали, как бы приподняли мне немного настроение. Спасибо всем за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!